Вроде. Макс, ты здесь снимать будешь отсюда? Да, да. Да, так точно, шестого рулим туда же 10, аккуратно, с восстановлением. Хорошо, Гем, хорошо. Снайпер, я вон, выстрел. Снайпер, я гул, выстрел. Спасибо вам большое. Перейдите себе. Укроповские эфиры говорят, что выходят на какую-то грунтовку. Я понял, ничего. Пока их не будет. На том поле. Нас наблюдают. Пехота с белыми повязками на руках выше заправки. Бля, туда кто-то смотрит. Джаф вызывал. Тихо, сюда, иди сюда. Не знаю, я тут нет, не был. Нет, самих они в Союз, самих Валяк нет. Точно. Население. Население? Ну да, там. Хорошо. Население есть. Надо сжать информацию сказать. Блядь, Коля! Точно не на военных. Ну не было во всяком случае. Ну мы тут неделю не были. Одиночными сыпать. Там какой-то сыкун сидит и сразу заткнул. Еще бог есть? На связь. Штурмуем больницу. ЖД вроде. Сначала что там врага нету. Послали местного, оттуда отработали в него. Они с верхних стреляют, и неудобно. Весь день вот трахались, мост строили, чтобы этот ров, сука, ебаный, объехать. Вот теперь стаканчивай. Снимайте, грады пошли.
сюда! Я сейчас поднимусь, треть куда? Подожди, подожди, не поднимайся, просто контроль со второй этаж. Сыгар, стой! У меня вор! Они пришли сюда, вот, сколько, дня 4 назад, да? Второго пришли, да. Второго вот. Пришли, и все, на улице нас не выпускали. Нас заткнули здесь, у нас не выпускали. Уже седьмой день. Мы сидели, да, без еды, без воды, никто не выпускал, бегали туда-сюда. А сколько их здесь было? Не знаем. Видели троих, четверых и все. Может быть человек 20, может больше. Ребята говорят, около 20. И Вадик, Юра, внучка Виолетта, я жива, здорова. Хорошо. 120 человек и 41 день мы в подвале. Было 200. 220 сначала было, потом разъехались. Да, это. У меня было такое предчувствие. Предчувствие было, что было это праздник большой, поэтому вот это было вещи. Отойди. Отойди, вот так. Да, выходим на улицу. Мужчины и женщины, и дети. Седьмой день закрытый, в подвале сидим. В смысле, вас закрыли или уже? Да, закрыли. Нас закрыли двери, позамыкали, да. Сказали, с подвала никому не выходить. Все, больше... А кто сказал? Сука, медик, мы с тобой вдвоем так не пройдем, блядь! Ой, блядь! Вот. Хасан, блядь, забирай эту, блядь! Выпусти этого урода, блядь! Вот он, блядь! Ломайте, сука!
связь Ванкоту, Воробей. Воробей на связи. Крайнего, 300-го вывез на Бэхе. Группы все вытянул к зданию больницы. Занимаем круговую. Да, понял. А проходит от нас до дороги спокойно и свободно ходить можно. Кушать, БК. Да, спокойно. Кроем только в ту сторону, где летит Ташки. Оттуда могут работать, но пока все тихо. Бабашки, я так обещаю, сейчас все уже жарится, и вот через 40 минут будет мясо. Я принял. Заносится и так все. У меня там еще 200-й остался. Остался 200-й. Либо вынесем вечером, либо рано. Я принял. Если бы ночью пошли, вопрос, дошли ли? Быстрее, пусть работает пулемет, нахуй, по тем подъездам, блядь! Свет! Можешь откатиться. Открытое место, блядь! Откат! Цыган, что там? Бля, как они опять там были? Вы уже отправляете, вы через свечку будете тянуть. Уже выходят, старик, да, через свечку. Принял, давай здесь смотрим. Да, принял. Группа отошла, да? Группа отошла, да. Север вышел. Вышел север. 300-х сейчас выводим. Один добровольный! Парни. Уедете, сюда подходим, парочка добровольцев готова. В этот дом первый подъезд. Да. Смотри, блядь, аккуратно, нахуй, со второго пидораса выкидывают гранату. Пошел. Шуля, встречайте. Сяди, блядь! Бросай, блядь, гранаты, дела. Пошел. Ствол. За углом. Блядь. А. Славик, включись, братуха. Вверх, блядь. Сука! Нечисто! Блядь!